очень рад этим внедрением. Мы говорили про прошлое. Это немного машина времени с участием нашего участника. С нами Евжен Кристофер и еще другие коллеги. Мы начали с некоторого послания. Для того, чтобы смотреть вперед, нужно заодно задуматься тоже над историей особенно. Когда мы говорим об отношениях между технологиями и безопасностью, меня зовут Иван Губер, и я шеф интернет-платформы в Женеве, и я шеф Diplo Foundation. Когда-то я тоже вел панель высокого уровня относительно цифрового сотрудничества, и сегодня я очень рад быть с вами и рад представить участников нашей панели. Они находятся в разных широтах, и они видят разные вещи, наблюдая за разными вещами. Я в Женеве. Наше здание как город духов, как город привидений. Здесь очень пусто. С нами еще коллеги, для которых день еще продолжается. Изумината Митсу, генеральный подсекретарь по делам разоружения. И Кристофер Пейнтер, председатель Global Forums on Cyber Expertise. Он с нами говорит из Вашингтона. Это первый кибердипломат. Он представляет США. С нами тоже два участника панели, которые, ну, правда, для них это много стоило, чтобы к нам подключиться, потому что у них ночь. Евжен Касперский. И я думаю, что не требует представления. Все его знают. CEO фирмы Касперский, конечно же. И замечательный знаток истории компьютеров, как оказывается. Это могла быть тема замечательного подкаста или книги. Это я только так намекаю, Жин. И дальше. В списке еще госпожа Лата Ретти из Глобальной комиссии по устойчивости в киберпространстве. Следующий кибер-дипломат. Большое спасибо, что ты с нами. Я знаю, что в Нью-Дели уже полночь, поэтому я ценю твое присутствие. А теперь вернусь к европейско-африканской широте. И я представлю участников панели. Джон Дентон из Парижа. С нами генеральный секретарь Международной торговой палаты. И Энрико Каландро, который является представителем Cyber Security Capacity Center. И теперь я хочу поблагодарить организаторов за эту сессию. Вы ввели немного временной справедливости, потому что обычно наши коллеги из Америки встают очень-очень рано утром. Теперь немного более справедливо. Главная тема сегодня, тема нашей дискуссии – это вопрос кибербезопасности. Я попытаюсь на протяжении нескольких минут зарисовать фон нашей дискуссии до того, как я предоставлю голос нашим участникам. Мы все замечательно знаем, что вокруг происходит. Мы знаем, как цифровые технологии помогают всему человечеству справляться с текущей ситуацией и продолжать социально-экономическую жизнь. Все это происходит благодаря мощной цифровой инфраструктуре. Ученики учатся в школах онлайн. Мы создаем иногда очень простые услуги, но очень важные, например, поставки продовольствия, работа из дому. Инфраструктура, цифровая, техническая инфраструктура поддержала нас очень сильно. И мне кажется, что мы все должны этим гордиться, особенно те, кто занимаются технологиями, функционируем технологии в этом всем процессе перемен. В контексте всего, что произошло, технологические фирмы стали еще более значимыми. Они выдвинулись на первый план. Заодно наша зависимость от технологий стала больше, и это создало новые угрозы. Так что это такой фон ситуации. А перейдем к конкретике. Кибербезопасность, цифровые политики становятся все важнее. О них все чаще говорят на различных международных заседаниях и
встречах. Кибербезопасность на этом форуме не обсуждалась все так широко, она не выдвигалась на первый план, поэтому я считаю, что наше заседание является столь нужным. Еще на будущей неделе мы будем говорить об этом больше. До того, как я предоставлю голос нашим участникам, я попрошу Луиса показать первый опросник, чтобы вы проголосовали, чтобы мы могли оценить температуру, царящую между нашими слушателями. А потом перейдем к нашей дискуссии, к выступлениям участников нашего заседания. Вы видите первый вопрос. Эти турбулентные времена, турбулентные дни, когда интернет стал необходимым, чтобы быть на связи с семьей, с друзьями, чтобы работать. Чувствуете ли вы себя в безопасности, когда работаете в интернете? Мы просто хотим оценить, как вы себя чувствуете в интернете. Чувствуете ли вы себя в безопасности или нет? Или вы чувствуете угрозы? К сожалению, те из вас, кто смотрят нас по YouTube, не могут участвовать в этом голосовании. И сейчас мы узнаем, каковы были ответы. Луис уже показал нам результаты. О, ну, мы чувствуем себя почти безопасно. В общем, неплохо, но и наблюдается разнообразие в ответах. Мы где-то, кажется, посередине. И посмотрим, так ли в действительности, как нам кажется. Это был общий фон нашего сегодняшнего заседания. А теперь давайте перейдем к первому выступлению. Вице-секретарь НАКО МИЦО. И вопрос к вам. Какие угрозы создает COVID-19 для безопасности в сети? Каковы приоритеты сегодня с вашей точки зрения? Что еще нужно сделать? Я знаю, что вы ведете различные переговоры относительно политик, что это сложные переговоры. Каковы самые опасные угрозы с точки зрения международной безопасности в сети? Большое спасибо. У нас очень интересные участники панели. Я хочу вас поздравить с тем, что вам удалось собрать такую группу. Я бы хотела начать с того, о чем в самом начале говорили и вы. Интернет и цифровые технологии, безусловно, создали огромные шансы. Но я хочу добавить следующее. Интернет изменит нашу жизнь в каждом аспекте, нашу работу, нашу ежедневную жизнь, наш быт, наше общение с людьми. Сейчас мы ощущаем результаты трансформации, мы ощущаем перемены, и они воздействуют также на то, где я нахожусь сегодня. Я отвечаю за вопросы безопасности, международной безопасности, разоружения И что касается этого контекста, я наблюдаю, что это изменение сопутствует огромное количество киберсобытий, телекоммуникационное объединение оценивает, что использование интернета выросло на 30%, но что касается кибератак или киберпреступлений, то этот рост, здесь видим рост на уровне 300%. Так что мы видим огромное тоже воздействие этих новых технологий, и в этой области, конечно, трансформация принесла огромную пользу, огромные шансы, но отрицательные аспекты тоже есть. Мы волнуемся, мы переживаем за компании типа Malware, на компании мы беспокоимся компании злоумышленники, которые могут повлиять и на больницы, и на исследовательские институты, и
Я знаю, что касается Мировой организации здоровья, они говорят о том, что у них было 5 раза больше кибератак. Так что все эти инциденты, они еще усугубляют чувство угроз, отсутствия безопасности. Люди опасаются за себя и видят, тем более, когда видят, что очень быстро растет количество зловредных разных событий и действий. И мы задумываемся над тем, и будет ли иметь это явление большое воздействие на центральные меры относительно безопасности. Мы видим, что это эти кибератаки, они не столь насильственны, но тем не менее они провоцируют множество вопросов. Должны ли мы ожидать, что будут более серьезные кибератаки, которые критически станут угрожать цифровой инфраструктуре, которая обуславливает нашу устойчивость? И по этой причине господин генеральный секретарь Антонио Гутерреш обращает внимание на кибератаки, которые случаются во время пандемии. И он неоднократно призывал международное сообщество, чтобы предпринять многие меры с целью избегать кибератак, особенно что касается критической инфраструктуры и системы здравоохранения. И я на этом закончу, но я надеюсь, что у нас еще будет шанс поговорить о том, что нам необходимо делать для того, чтобы предотвращать кибератакам и чтобы вообще их закончить. Большое спасибо, госпожа секретарь, большое спасибо за ваше высказывание, за ваши комментарии и за данные, которые вы привели, что количество кибератак выросло на 300%. Это нас заставляет задуматься, это нас беспокоит. Вы тоже рассказали о некоторых действиях генерального секретаря ООН, вы рассказали про работу вашего департамента. Еще был один интересный комментарий, который появился в чате от Амира Хасейна. Он прокомментировал нашу... Он сказал, что угрозы для кибербезопасности так разнообразны, как разнообразны временные полосы, широты. Я думаю, что Жан Касперский не требует представления, все его замечательно знают. Он говорил про историю компьютера в самом начале и открыл интересную дискуссию в чате. Он говорил про различные инструменты. Мне кажется, что дистрибуция возрастов, которые пользовались в 80-х, 90-х годах, большое разнообразие, но и поговорим тоже с теми, которые начали использоваться компьютером в 21 веке. Ваша фирма обеспечивает итоги на тему кибератак в условиях сегодняшнего мира. Вы обеспечиваете защитные инструменты, которые мы тоже используем. Какова текущая ситуация относительно угроз в киберпространстве? В своем первом выступлении, пожалуйста, отнеситесь к кибербезопасности, приведите данные и укажите меры, которые вы предлагаете, которые вы рекомендуете. Большое спасибо. Ситуация во время ковида в киберпространстве стала более опасной, чем раньше.
Здесь нет сомнений, и здесь необходимо учитывать два фактора, которые активизируют киберзлоумышленников. Большее количество человек сейчас находится в киберпространстве, а это значит, что те злые, те недобрые могут провести кибератаки намного проще. А второй фактор – большинство предприятий отослало своих сотрудников домой, но заодно эти предприятия не гарантировали такого же уровня безопасности, как в то время, когда сотрудники пользовались компьютерами в местах нахождения. И сейчас сотрудники пользуются незащищенными компьютерами, используют данные предприятия, а у хакеров доступ к такому незащищенному компьютеру намного проще или к такому слабозащищенному компьютеру. Мы видим рост количества кибератак, мы видим, что растет активность хакеров, конечно, в разных государствах разные данные. Наши датчики, конечно, учитывают то, что могут быть различные ошибки в ЗАШных. Можете заходить на наш сайт security.com, и там есть статистики с актуальными данными насчет кибербезопасности. Что касается зловредов, где-то 20-25% новых зловредов получилось в киберпространстве. Так что мы будем строить новые приложения, 1000 новых приложений в день. Мы будем бороться с этими зловредами. Сейчас мы насчитали 400 тысяч зловредных файлов в день, которые появляются. Мы видим, что атаки, киберпреступники, их очень много, и это количество еще растет. Я задумываюсь, как, сколько их вообще в мире, потому что количество кибератак, глобальная киберпреступность развивается, растет большими темпами. Но в большинстве случаев технически это не проблема защитить людей, компьютеры и смартфоны и защитить от такого вида атак, потому что большинство таких атак – это такие простые атаки, они не самые сложные. Так что технически это не проблема найти антидотум, лекарства против таких зловредов. Но основная проблема в том, что молодые киберпреступники становятся все более опытными, они все более интеллигентные, они подключаются под опасные группы хакеров, начинают устанавливать киберганги. Сейчас мы ведем мониторинг за такими группами, таких групп у нас намечено более 200. Они провели сложные атаки и не в состоянии атаковать очень хорошо защищенные субъекты, как банки или правительства. И очень важно, чтобы защищать мир от таких атак, от сложных, высококвалифицированных атак, которые проводятся при помощи различных программ зловредов, сложных зловредов. Что касается критической инфраструктуры, к нам попадает все больше информации о том, что киберганги пытаются, но, может, они приводят не столь нацеленные на атаки, но они пытаются отключить какую-то инфраструктуру. У нас нет слишком много на тему таких нацеленных атак, но мне кажется, что они видят, что это не отдельные компьютерные сети, которые подключены. Они видят физическую инфраструктуру. Они обычно не знают, что с этим сделать, но мне кажется, что, к сожалению, в будущем преступники очень легко поймут, сколь мощными являются их атаки. Мне кажется, мы идем в том направлении, где киберпреступники будут атаковать системы SCADA, то есть они будут атаковать сети предприятий, сети предприятий в офисах и будут использовать решения SCADA. Мы сейчас в мире вещей интернета. У нас есть предметы, которые тоже противоречат безопасности. Камеры,
недавно произошла одна из огромных кибератак, и мне кажется, что следующая атака будет массивной, что это будет атака на физическую инфраструктуру. Сейчас происходит очень немного в этой области, и мне кажется, что в будущем ситуация будет меняться, и, к сожалению, эта эволюция киберпреступности активизируется в период COVID. Сейчас столько людей работает онлайн, а преступники, они тоже работают онлайн, они тоже сидят дома, как все, у них тоже появилось больше времени в интернете, у них есть время, чтобы совершенствовать технологию, чтобы быть более активными, и я боюсь, что эта ситуация кибербезопасности переходит с уровня плохо на уровень еще хуже. Поэтому необходимо предпринимать активные меры против преступников. Спасибо большое, Юджин. Надеюсь, что вакцину от этого вируса у нас будет. То есть от такого вируса компьютеров. Но ты ввел несколько важных элементов, указывая на растущую слабость и работу дистанционным образом. Это важный элемент. Также ты упомянул о профессионалах в преступном мире, а также о людях, которые переходят в этот мир. Субкультура в преступной организации является очень важной. Мы также можем подумать об этом более подробно. Мы переходим более на восток, к Лате. Сейчас мы переходим к угрозам. Суми говорил от имени ООН. Юджин относился к кибербезопасности во всем мире. А сейчас мы хотим от тебя услышать, Лата, каков твой опыт как кибердипломата. Мы сейчас национальный уровень совмещаем с глобальным уровнем. Спасибо большое. Большое спасибо, Йован. Учитывая мои корни как кибердипломата, для меня ключевым вызовом сейчас являются трудности, связанные с осуществлением диалога в связи с предотвращением кибератак, даже в критической области, которой является здравоохранение. Если мы не в состоянии согласовать нормы, говоря, например, что атаки на систему здравоохранения являются недопустимы в период пандемии, тогда действительно цель международного сотрудничества не особо ищется в этом напряженном геополитическом климате и в период напряженных отношений между разными самыми сильными странами мира. Именно преступная деятельность в интернете не является самой желанной. Но мы сейчас видим напряжение в контексте того, что я бы назвала как технологическая война. Несколько фронтов тут можно увидеть. Например, сетевая инфраструктура, операционные системы, платформы. И мы видим здесь также и содержание, контент и данные. Таким образом, на данный момент это ситуация, которая напоминает холодную войну между державами, но, к счастью, из-за глобального процесса, процесса глобализации, у нас нет железного занавеса. Этот занавес для нас сейчас гибкий, не является непрозрачным. Может быть, мы лучше назовем его решением, которое является сильно прозрачным, а не непрозрачным. Мы в состоянии найти методы сотрудничества при условии, что все согласятся, что это глобальный вызов. В период пандемии нам нужно согласиться, что некоторые аспекты должны быть неприемлемыми как цели атак
киберпреступников. Как страны должны с этим справиться? Мы должны продолжать наш диалог, касающийся интернет-подзарядка, международного сотрудничества и также в контексте гарантирования безопасности сектору здравоохранения путем принятых норм. Мы должны также одновременно строить разные банки доверия. Мы потом к этому еще дойду. Но нужно подготовить контекст международной дипломатии и создания стандартов. Спасибо. Холодная война, но нет железного занавеса. По крайней мере, еще нет. Дипломатия поддерживает диалог, но она не столь эффективная, как должна быть. Концентрироваться на стандартах, особенно в секторе здравоохранения, и создать более высокий уровень сотрудничества. Это те моменты, которые вы упомянули. Отличные меры, которые касаются кибербезопасности. А сейчас из бизнес-сектора, ООН, геополитических вопросов, мы переходим к бизнес-сектору, к Джону Дентону, который является генсекретарем Международной торговой палаты. Существуют разные вопросы и жалобы, касающиеся кибербезопасности к палате. И мой вопрос к тебе следующий. Что ты можешь ответить на этот вопрос? Каковы главные вызовы для кибербезопасности, с которыми нам нужно справиться в контексте COVID-19 и особенно из перспективы бизнеса? Это отлично, что я могу быть частью этой дискуссии и быть в ИГФ. Да, действительно, мы должны сейчас работать виртуально, но я бы иначе это сказал. Международная торговая палата является институтом, который сейчас охватывает 46 миллионов компаний. Мы осознаем, что COVID-19 имеет огромное отрицательное влияние на такую экономику. Малые и средние предприятия, крупные предприятия, все они ощущают последствия того, что случилось. И это потрясение, которое касается и спроса, и предложения. Были нарушены все цепи поставок и это огромный удар по экономике. Это очень трудное время. Но мы сейчас проводим кампанию по защите малых и средних предприятий. Но нам нужно также работать над оцифровкой малых и средних предприятий. Потому что, как мы слышали раньше от Юджина и госпожи посол Накамицу, мы знаем, как это осуществляется, мы осознаем, что мы работаем в то же самое время, когда появились и другие отрицательные аспекты, которые связаны с теми, кто носит черные шапки, черные шляпы, которые все это используют для своих целей. Мы видим стремительный рост оцифровки. Он связан одновременно с огромным ростом фишинговых атак и других атак, которые выполняются с помощью интернета. Это означает, что мы всегда должны помнить о разных элементах цепочки поставок, а цепочка настолько сильна, как ее самое слабое звено. Что бы мы ни сделали, нам нужно помнить, что действительно экономика все более подвергается кибератакам в контексте ответа на COVID-19. Мы в состоянии экономически отвечать таким образом, что этот риск нужно на себя принять, но также и выступать против него с помощью соответствующих инструментов, которые позволят нам управлять этим риском. Я выслушал комментарий госпожи посол. Тут дело не только в том, что было побольше курсов обучения. Нам нужно более активно действовать и обеспечить сотрудничество между правительством и обществом, а также укрепить культуру, которая поспособствует тому, что риски, связанные с интернетом, будут управляться. Юджин сказал, почему мы не в состоянии это искоренить, но мы можем как-то с этим справляться. Нужно управлять этой ситуацией. Мы должны это сделать благодаря сотрудничеству. И мы видим, что в разных странах
предпринимаются разные действия, готовятся рабочие группы по реагированию на ситуацию в киберпространстве. Поэтому более богатые страны или более богатые компании должны инвестировать, помогать и поддерживать в разработке инструментов, которые будут помогать малым и средним предприятиям и слабым странам найти решения, а также строить стойкость, и чтобы и они могли участвовать в этом росте экономики. И они должны помогать в управлении процессом, который может ограничить влияние того, о чем мы говорим. Я думаю, что все это имеет огромное значение. И этот парадокс продолжается. Мы запускаем компанию для того, чтобы подвергать и оцифровке малые и средние предприятия, чтобы они могли существовать в 21 веке в контексте восстановления экономики. Да, это... Действительно потрясающее описание экономики. Спасибо. Джон, ты отнесся к одному из схем, которая является интересным сюжетом для других. Кому мы обратимся как граждане, как государство, как компании? Будем ли мы обращаться к какому-то специалисту IT в компании или на уровне страны? Думаю, что участники этой дискуссии смогут высказаться на эту тему на каком-то этапе нашей дискуссии. Но если, например, пожилой человек или кто-то, кто только начинает работать в компании, могут иметь совсем другое мнение. Но мы должны все эти политические дебаты свести к уровню ежедневной жизни. Спасибо. Действительно, модерация этой сессии – это одно удовольствие. Сейчас Крис, он в Вашингтоне. Нет необходимости его представлять. Кристофер Пейнтер, который сейчас является председателем глобального форума по киберпространству. Ты можешь что-нибудь сказать на тему тех угроз, о которых мы услышали? Я очень рад, что я услышал других участников дискуссии. Все было уже сказано, но я этого не сказал. Это другие сказали. Я постараюсь не повторять того, что было уже сказано. Мы видим огромные угрозы для киберпространства, огромные угрозы для отдельных лиц на уровне также и отдельных стран. Существуют транснациональные преступные группы. Я думаю также, что это показывает, насколько эти системы взаимосвязаны. Это не нечто неожиданное. Каждый раз, когда появляется катастрофа любого типа, появляется тут же группа, преступная группировка, которая старается воспользоваться этой ситуацией и провести атаку. Это не сюрприз. Я хочу обратить внимание на несколько моментов. Я опасаюсь новых угроз. Например, мой друг, бывший президент Эстонии Томас Ильвес, зачастую говорит об угрозах. Я задумываюсь об атаках, таких как, например, взлом в больницу, или кто-то изменит мою группу крови, и я умру при очередном переливании крови. Но первое – это то, что у нас здесь есть что-то положительное. Если существует положительный аспект ковида, это именно это. Это показало странам и развитым, и развивающимся, что это область наших приоритетов. Мы настолько зависимы от этой системы, что кибербезопасность не может восприниматься как что-то рутинное. Это приоритет для всех. Это ключевой политический вопрос, который лежит в интересах национальной безопасности, а также это вопрос, который связан с экономическим благосостоянием. И когда мой офис был создан в 2011 году, мы были первыми в мире, которые посвятились этой теме. И потом мы начали развиваться, поскольку мы подходили к этой теме не как к технической теме, хотя технические вопросы являются важными, но к политической теме. Не нужно быть атомным физиком для того, чтобы понимать эти вопросы. Не нужно быть программистом для того, чтобы понять вопросы, связанные именно с IT. Это дает нам возможность, чтобы мы это ввели в главное русло. Этого мы до сих пор не сделали. И второй момент – это то, что я говорил.
Я являюсь председателем Global Forum on Cyber Expertise. Это необходимость наращивать потенциал, использовать разные возможности. Нужно наращивать потенциал, чтобы помочь развивающимся и развитым странам. И многие страны не имеют этих знаний, ресурсов, структур, потенциала, национальной стратегии. Нам нужно с ними работать. Это то, что моя организация, которая является организацией со многими заинтересованными сторонами, которая вовлекает многие страны, 60 стран, это гражданские общества, это мир науки, сосредотачивается на координации наращивания этих потенциалов. Кроме того, нам нужно строить политики, как вовлечь в такие дебаты в ООН и в других местах разные страны. Нам нужно сделать побольше именно в этом плане. И потом нам нужно также наращивание потенциала и постройку киберпространства воспринять как ключевой элемент нашего будущего благосостояния. Это также элемент, который является одной из целей уравновешенного устойчивого развития. Дипломатия также является очень важной. Дипломатия, переговоры, которые сейчас проходят, имеют критическое значение. Нормы, которые были согласованы в 2015 году, также являются очень значимыми. Нам нужно продолжать и внедрять их в разных местах в мире. Нужно учитывать разные меры по внедрению. Они очень значимы. Именно также то, как применяются национальные законодательства. Это нужно для стабильности. Нам нужно также обеспечивать то, чтобы те, кто обеспечивает обеспечение, нес за это ответственность. И те, кто подписывают договора, соглашения, также должны нести определенную ответственность. Давайте посмотрим, как это выглядит в развивающихся и развитых странах. И я хочу также сказать, наконец, что когда мы говорим о наращивании потенциала, продолжаются дискуссии в Нью-Йорке, почти все об этом говорят. Все говорят о ситуации до ковида, но сейчас все чаще о ситуации после ковида. И всегда есть такая подоговорка: никогда нельзя позволить хорошему кризису просто как-то не повлиять на будущее. Нам нужно выдвинуть эту тему на более высокий уровень, к премьер-министру, на уровень премьер-министров, президентов и так далее. Спасибо большое, Крис. Я думаю, что это действительно очень хорошая дискуссия, что касается твоего обязательства по построению коммуникации между разными заинтересованными лицами. Вот давайте не использовать жаргон. Мы держали себя на стороне от технологического и дипломатического жаргона. У тебя это очень хорошо получилось. Я вполне согласен с твоим мнением, что политика, связанная с дипломатами, лидерами и так далее, должна быть доступной. Но люди должны осознавать разные аспекты технологии. Но каков потенциал того, что мы называем security by design? Как далеко мы можем с этим пойти? Я знаю, что Юджин многое об этом говорил. Он работал над этим. И во втором раунде наших высказываний мы услышим, как выглядят отношения между security by design а по сравнению с дипломатическими решениями. Спасибо большое, Крис, за то, что ты сказал. А сейчас мы переходим опять к технологическому уровню. Энрико Каландро, он из Капштада к нам присоединяется. Что ты считаешь на эту тему? Что можешь добавить в дискуссии на тему политики, экономики, геотехнологии? Большое спасибо, Джован, за приглашение к этому. Мне кажется, что это очень интересно, что с нами столько участников онлайн, несмотря на то, что у нас сейчас поздний час, но чем более на вас то, кто получается еще позже, так то наверняка люди больше безопасно себя чувствуют все-таки онлайн, чем офлайн. И это тоже положительное явление. Я хочу сказать, что я занимаюсь социологией. Я академик по профессии. И по профессии занимаюсь социологией. Так что я вижу, что есть процессы, которые влияют на отсутствие чувства безопасности среди людей. COVID-19 показал нам всем, что хороший доступ к интернету – это не
Это не люкс, это абсолютно критическая потребность. Во многих низкоразвитых ситуациях, конечно, это все еще является роскошным продуктом. Если нет доступа к интернету, сегодня нет жизни, доступа к ежедневной бытовой жизни. В многих странах наблюдаем цифровой разрыв. Сегодня состояние кибербезопасности показывает эту пропасть. И эта пропасть, этот разрыв, он не только разрывной. Это все подчеркивает существование различных аспектов и неравенства. Если мы посмотрим на все с такой человеческой точки зрения, мне кажется, что мы наметим четыре главных момента, четыре главных проблемы. Наши ответы, натополитические ответы не решают некоторые проблемы. Есть здесь существенные барьеры, что касается кибербезопасности. Мы говорим о технических аспектах, а я хочу поговорить про инфодемию, отнестись к кибернасилию и к надзору, который вели различные государства. Это явления, которые появились во время пандемии, которые пандемия еще усилила, усугубила и которые усложняют реакцию на национальном уровне. Говоря про Африку, здесь много происходит, здесь есть много пользователей, которые только начинают пользоваться интернетом, которые пользуются интернетом, используя мобильные телефоны. Это популяция, которая очень легко поддается инфодемии. Эти различные фейк-ньюсы отрицательно воздействуют на ситуацию. Явление кибербезопасности, связанное с ковидом, это следующий аспект моего высказывания. Инфодемия может стать такой средой, которая приветствует киберпространство. Зловреды, сбор биткоинов вроде бы для благоприятных целей, но это вовсе кажется не так. Мне кажется, что может увеличиться количество кибератак с использованием различных человеческих страхов. Может тоже продвигать нацистские, фашистские взгляды. Есть еще один аспект, который я наблюдаю, это то, что это кибернасилие, особенно среди детей, среди женщин. Я имею в виду особенно те группы, которые находятся на некотором, которые принадлежат, я имею в виду те самые уязвимые группы, потому что цифровизация становится все более популярной, становится эта проблема. А здесь обстоятельства более не улучшаются, а еще усугубляются. И еще один аспект – это технологии для контакта, трейсинг, технологии карантина, технологии отслеживания контактов. Это, конечно, очень нужные технологии, но они должны применяться с уважением защиты персональных данных и конфиденциальности. Это может быть, однако, неэффективно в тех государствах, где ограничено использование мобильных телефонов, там невозможно эффективно собирать данные, и это влияет также на общество, на граждан. Там их права злоупотребляются, особенно в тех странах, где есть проблемы с внедрением соответствующих законодательных рам. Спасибо. Спасибо за ваши комментарии, Энрико. Вы еще здесь привели новые аспекты. Мы говорили про законодательство по правам человека, об этом всем нельзя, конечно, рассуждать в изоляции. Простите мне некоторые технические проблемы, которые связаны с включением и отключением микрофона. Это наверняка будет нам еще неоднократно мешать. И все эти мотивы, которые были затронуты во время первых высказываний наших участников,
Они затронули много важных моментов. Я еще хочу почитать комментарии, которые появились на чате, до того, как попрошу следующих участников. Майк Нельсон, которого я, кстати, приветствую. Майк Нельсон задает два вопроса в трех словах. Не видим эти вопросы, но три слова. Это IT и шифровка, и цифровое. Это такая троица кибербезопасности. И следующий вопрос. Некоторые страны хотят регулировать киберконфликты, некоторые хотят их избегать. И некоторые считают, что киберпространство – это пятое пространство вооруженных действий. Кому мы должны присоединиться? Это вопрос для тех, кто интересуется геополитикой. Жак Белье, приветствую и вас, граждане. В том числе предприятия, корпорации, должны, необходимо ли их, должны ли они быть вынуждены защищать себя от кибератак? Должна ли быть защита вынужденная или нет? Ведь такие действия могут ограничивать свободу экономических действий. Очень интересная дискуссия. Я приглашаю всех участвовать в этой дискуссии на чате. Но сейчас перейду к второму раунду нашей дискуссии. Я отнесусь к тому, о чем мы уже говорили. Я сначала задам вопрос Изуми. Изуми Накамидзе, вы можете ли нам сказать, что вы успели сделать в рамках ООН? У Изуми есть что сказать насчет текущей ситуации на тему отслеживания контакта, что сейчас происходит в ООН и чего мы можем ожидать в ближайшее время. Большое спасибо. Мне кажется, что участники нашей дискуссии, кажется, все или большинство участников, которые комментируют наше заседание в чате, мне кажется, они замечательно понимают, с чем уже преуспела Организация Объединенных Наций. Но я просто подведу итоги. Конечно, ООН справляется с этими проблемами много уже лет. 6 раз проходили встречи правительственных экспертов, которые анализируют, исследуют, спорят, проводят переговоры насчет важнейших вопросов. И эти встречи привели к различным согласованием было определено, что к Харте Объединенных Наций относится тоже к области электросвязи, и там есть положения, которые относятся к этому сектору. Группа тоже издала рекомендации, конкретные рекомендации, как использовать средства, которые поддерживают доверие, потому что я согласна с Кирисом, что очень важно строить доверие. Это критический компонент нашей работы в будущем. В 2015 году группа издала рекомендации относительно поведения государств, что касается использования технологии. Эти нормы соотносятся с ключевыми вопросами международного сотрудничества в области уважения прав человека, в области использования технологий, киберпространства и что касается защиты критической инфраструктуры от атак. Это все очень оперативные, конкретные правила, но они тоже связаны с ответственными отчетами насчет угроз в сети, потому что это должно предотвращать распространение зловредных программ. Это рекомендации затрагивают вопросы практика, которая рекомендуется и правительству, и частному сектору, сектору предприятий. Вы знаете, что прошла очередная встреча, посвященная новой группе, новой консультативной группе, которая сейчас ведет работу, которая обсуждает существующие нормы и развитие потенциала
была создана новая платформа в ООН. Это более инклюзивная платформа, это такая открытая рабочая группа по интернету. Это первая такая рабочая группа, которая все еще работает. В следующем году она опубликует итоги своей работы, свои рекомендации. И недавно комитет Генеральной Ассамблеи решил создать еще одну открытую рабочую группу, которая будет работать на протяжении последующих 5 лет. Так что очень много работ сейчас проходит. Мы создали солидный фундамент, мы многого уже добились. И мне кажется, что ключевым вопросом является то, чтобы эти созданные, существующие нормы, нормы, которые мы согласовали, чтобы их полностью внедрять. Одна вещь – создать нормативные рамы, но другая вещь – это эффективно действовать и делать все для того, чтобы эти нормы были применены на практике. В будущем нам необходимо предотвращать кибератаки, нам нужно внедрять различные средства, которые развивают знания, безопасность, и об этом мы будем говорить еще в будущем. Это очень важные задачи. Я хочу добавить еще одну вещь. Все в большей степени мы осознаем, и поэтому мы предпринимаем соответствующие меры в контексте наших открытых групп. То есть мы осознаем, что все меры нужно предпринимать при открытом многостороннем платформе. В переговоры, в действия нужно подключать различные заинтересованные стороны. Нужно значительно участвовать в переговорах. Нужно подключать под наши действия представителей разных секторов, представителей гражданского общества, фирм из области IT. Что еще можно сделать? Мне очень интересно выслушать ваши предложения, как он может еще эффективнее работать в этой области, как может увеличить эффективность многосторонних диалогов, многосторонних переговоров. Мы понимаем, сколь это важно, мы хотим над этим работать, и мы хотим придать все усилия, чтобы наше вложение было, чтобы наше воздействие было значимым, чтобы привлечь как больше стейкхолдеров к нашим действиям. Большое спасибо за вашу работу, за ваши старания, за ваш поиск методов обмена информацией, поиска потенциала. Это замечательно, как можно объединять и сферу киберпространства, и политические действия. Думаю, к вам будут еще вопросы. Сейчас Шарлин Вандербильк из Женевы написала вопрос, какие существующие формы могут быть применены для того, чтобы увеличить эффективность борьбы с киберпреступностью. Я приглашаю других и всех участников над этим задуматься. Юджин, в самом начале вы сказали очень интересную вещь. Есть много моментов, которыми вы можете отнестись. Есть много здесь тем, которые вы можете продолжить. А мне интересно, что вы считаете на тему взаимозависимости между политикой и технологией. Security by design. Можете ли вы прокомментировать это явление? И еще я знаю, что для вас очень важно развитие потенциала, что в этом направлении действует Касперский Академия. Так что, чему должны научиться лидеры, послы, дипломаты? Чего ты хочешь их научить во время своих курсов? Большое спасибо за этот вопрос. У меня есть несколько идей насчет того, как ответить на ваши вопросы, на вопросы из чата. Но мне кажется, что на многие вопросы нет простых ответов. Во многих случаях мы находимся где-то посередине, и так. Когда речь идет о том, сколь важной является борьба с киберугрозами, мне кажется, что нужно сделать 3 вещи. Технология, образование и юриспруденция, то есть
Я могу говорить о всех этих сторонах, всех этих аспектах. Я могу говорить о всех этих аспектах кибербезопасности. Когда мы говорим о технологии, то мы знаем, как защищать смартфоны, мобильные устройства. Мы в состоянии создать технологии, которые обеспечивают безопасность. Но когда мы говорим про интернет вещей, то если задуматься, то оказывается, что этих систем все больше и больше. Все эти гаджеты, этого всего очень много. И невозможно создать какую-то модель кибербезопасности, которая будет защищать и холодильник, и камеры безопасности дома, и кофеварку. Так что, по-моему, нам необходимо создавать системы, которые являются эффективными по своей структуре. Я говорю о киберстойкости, о стойкости киберструктуры. Это нужно внедрять с самого начала. Я не имею в виду здесь какую-то многостороннюю систему, как Windows или Linux. Нет, невозможно создать настоящую систему безопасности, которая, правда, будет выносливой, стойкой. Но это пригодится. Мы можем создать такую архитектуру систем, которую невозможно будет подвергать кибератакам. Но эти системы нужно актуализировать, нужно здесь применять новые приложения. Так что интернет и все эти кибергаджеты – это особое явление. Они развиваются вот что я нашел. Это такие как бы устройства, которые позволяют подключать устройство безопасно. Здесь в этом устройстве есть решение Security by Design, и у нас очень много таких технологий, я не хочу их сейчас рекламировать, но они существуют с технической точки зрения, что касается интернета, физических объектов, что касается этой критической инфраструктуры. Мы в состоянии достичь такого уровня безопасности, что эффективная атака будет стоить преступников больше, чем эффекты его преступления. Так что эти атаки будут нерентабельными. Нет никакого смысла проводить атаку. Можно создать именно такие технологии, которые дадут гарантию, что инфраструктура интернета, физических объектов, что невозможно будет ее поддавать хакерским атакам. Говоря о подготовке, нам требуется международное сотрудничество. Где-то в 2000 году, когда проходила конвенция в Будапеште, я помню, сказал о том, что требуется такой интернет-интерпол, который будет вести исследования, который будет искать злоумышленников в киберпространстве. Так что нам нужны такие объединенные интервенционные силы, которые будут функционировать в киберпространстве. К сожалению, мир становится все больше фрагментаричен. Эта геополитическая ситуация, она далеко не идеальна. И я опасаюсь, что сотрудничество между различными государствами, представителями разных геополитических лагерей просто ухудшается во многих случаях. Я не политик. Я не человек, который может решить эту проблему. Я просто пытаюсь сделать то, что я могу, чтобы консультировать людей, чтобы давать советы, чтобы рекомендовать решения. Я говорю о том, что нужны изменения, нужны перемены. Мы все живем в эре киберпространства, и нужно приложить все усилия, чтобы это киберпространство было безопасным. А чтобы обеспечить безопасность, нужно сотрудничество. Давайте уже забудем про все остальные геополитические проблемы. Страны, нации должны объединять свои силы, потому что мы все живем в одной киберпространстве, и мы подвергаемся одинаковым угрозам. И
киберсистемы становятся все важнее с точки зрения критической инфраструктуры. Эта структура все больше опирается на эти общие структуры, она становится все больше уязвимой. И теперь как все происходит? Это угроза, это реальная угроза, и поэтому требуется решение, требуется создание новых идей для того, как строить доверие в киберпространстве. И как очень важно здесь международное сотрудничество. Это ключевое понятие. Евжен, большое спасибо. У нас есть киберстойкость, у нас есть интернет, Интерпол. И мне кажется, что есть историческая потребность в трансграничном содействии, в трансграничном сотрудничестве. Я надеюсь, что ты ответишь на следующие вопросы о том, чему должны научиться политики в области кибербезопасности. Но давайте сейчас переместимся в Индию. Лада, ты говоришь о таком пузыре доверия. Можешь тоже отнестись к любому другому вопросу на тему кибербезопасности. Мы говорили про эти лагеря, как они влияют на безопасность. Но, пожалуйста, расскажи больше про этот пузырь доверия. Что касается этого явления, то чтобы строить значимое партнерство, чтобы справляться с вызовами безопасности, нам нужны стратегические партнеры. Что это значит? Что значит этот пузырь доверия? Нам нужна политическая конвергенция. Нам нужно доверять друг другу, доверять нашим системам. Для этого требуется широкое экономическое партнерство, партнерство в области технологий, торговли, безопасности и других ключевых секторов. Требуется доверие между гражданами всех государств, доверие на таком общем человеческом уровне. Если мы хотим продвигаться вперед, если мы хотим добиваться прогресса, то в контексте этих пузырей доверия, то мне кажется, что есть сегодня существуют огромные опасения насчет использования технологий в торговом обмене. Мы знаем, что касается 5G. Мы оцениваем технологии не только с точки зрения безопасности, но с точки зрения геополитических аспектов. Есть опасения, например, откуда берется эта технология, как работает законодательство в этой стране или в каких отношениях эта страна находится с нашей страной. Так что здесь роль играют не только коммерческие, экономические факторы, но и другие, и по стороне покупающих, и по стороне продавцов будут появляться новые проблемы. И в этом контексте роль доверия будет еще важнее. Был ли еще другой вопрос? Я, кажется, его забыла. Да, был вопрос от Жарли. Какие форумы мы должны создавать? Нам нужен один форум, где мы будем общаться на тему кибербезопасности. На каком уровне должна состояться такая глобальная координация? Это такой геополитический вопрос. Бесспорно, нам нужно координировать, согласовывать наши меры. Сейчас предпринимаются разнообразные меры. Происходит диалог на различных форумах, не только на форуме IGF. Ведутся переговоры в рамках различных комиссий. Существует много think tanks. И,
Безусловно, нужно создать какой-то один субъект, который будет координировать эти действия, который будет эти действия объединять. Но мне кажется, очень сложной задачей создания такого субъекта. Мне кажется, что сейчас у нас нет аппетита на новый глобальный организм. Мне кажется, что есть много стран, которые были бы против основания глобальной международной организации, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности. Это был такой вопрос относительно панели на высоком уровне. Это был такой сложный вопрос, кто должен заниматься этими вопросами в общем. Мне кажется, это огромная задача, особенно для развивающих стран, потому что в высокоразвитых государствах у нас есть такие форумы, у нас есть такие платформы общения. И я вернусь к Джону. Кто еще должен в этом участвовать? Если кто-нибудь говорит, что существует один человек, который должен этим заняться, это вводит в заблуждение. Это первое, что я хочу сказать. Год тому назад я был на встрече предыдущего ИГФ, и мы основали компанию ICC, потому что мы видели, что существует цифровой разрыв. Но важным является также разрыв компетенций. Нам нужно думать о расширении компетенций. И Юджин тоже об этом говорил и также упомянула это Лата. К чему я стремлюсь здесь? Слишком часто отсутствуют эффективные законодательные рамки на политическом и юридическом уровне, которые позволили бы нам предпринимать действия, которых мы хотим в киберпространстве. Это тот отсутствующий элемент. Может, не везде, не во всех экономиках. Иногда это очень озадачивающая ситуация. И, конечно, для того, чтобы создать такие рамки, политические рамки, которые действительно эффективно внедряются, они обязывают. Тут правительства должны выйти на первый план. Они должны иметь этот потенциал. Без этого нельзя. Даже в развитых странах. Я тут отношусь к тому, что было уже сказано раньше. Если хотим создать соответствующую политику, соответствующие рамки, нельзя этого сделать в изоляции отдельно. Все эти политики имеют встроенный громкий голос бизнеса и гражданского общества, особенно в вопросах цифровой технологии. В конечном итоге это мы будем это внедрять, это мы это будем использовать. Поэтому, если не включим заинтересованных лиц, мы окажемся в затруднительном положении. Это касается развитых стран. А что касается развивающихся стран, мне кажется, что там также, конечно, нет этих требуемых рамок, и там нужно как-то понять, что нужно сотрудничать с кем-то, кто будет в состоянии включить и правительство, и бизнес, и гражданское общество. Все это вместе сможет, как троица, сотрудничать, чтобы принести плоды. И смотря на чат, я хочу сказать, что для того, чтобы справиться с кибербезопасностью, я хочу уверить вас, что наш институт делает все возможное в этой области. ICC 5 лет назад начала эту дебату. Мы стараемся давать рекомендации, руководящие принципы. И это по-прежнему так и есть. 5 лет тому назад мы говорили, в частности, о том, что нужен всесторонний подход, ограничение рисков, подготовка к разным атакам. Это все те вопросы, о которых мы подробно говорили, они остаются в силе. И я надеюсь, что это для вас будет полезно. Так что, создавая политики по урегулированию, нужно помнить, что правительство
в конечном итоге должны действовать, должны помогать, они должны сделать все возможное, чтобы включить и другие стороны в этот диалог. Спасибо большое, Джон, за то, что ты более утонченно представил наш подход. Мы сосредотачиваемся на общих вопросах, а ты еще представил практические вопросы, как участие всех сторон может сработать во благо всех. Это все не до конца исследовано. Для того, чтобы в дальнейшем развиваться, нам нужно сосредоточить наши действия и подойти к этому более сосредоточенно. Сейчас, Крис, ты можешь высказаться на тему нескольких моментов, которые появились. То, что сказал Вольфганг. UNDD в определенной группе создал действия, которые полагаются на оптимистический подход. Мы разделяем оптимизм Вольфганга, но нам нужно также обсудить законодательство, которое касается отдельных системных групп. И одновременно в разных странах, от Ливии до других стран, тестируется, как оборудование, которое опирается на интернет, может интегрироваться в военных действиях. Нужно это обсудить также и эти вопросы с разными заинтересованными сторонами. И появляются другие вопросы со стороны Вольфганга. Пожалуйста, Кристофер. Мне Вольфганг очень нравится, но думаю, что эти вопросы связаны с интернетом. Я хочу отнестись к тому, что сказал Джон. Действительно, очень важным является то, чтобы иметь разные вовлеченные лица. Для того, когда создаем разные политики, Global Forum on Cyber Experience старается это сделать. Когда мы говорим с разными странами о создании национальной стратегии, это все опирается на документы, показывает приоритеты разных стран. Мы говорим о том, что такая стратегия должна разработаться с участием разных субъектов, не только правительства, промышленности, мира науки, гражданского общества. И это лучший образец, который мы стараемся внедрять. Давайте поговорим также и об этом. Я не согласен. Я использую тот же термин, который я использовал раньше, что нужен один институт, который все это охватит. Нет, это бы все разрушилось. Это было бы слишком сложным, слишком трудным для того, чтобы сработало. По-моему, мы должны использовать диалог, который сейчас продолжается, также в рамках ООН, и поднять уровень его активности. Один вопрос связан с тем, действительно ли нужны нам новые соглашения, касающиеся кибербезопасности. По-моему, мы находимся на первых этапах. Нам нужно сосредоточиться на ожиданиях, на нормах, которые существуют в мире, для того, чтобы страны их внедряли. Потом мы подумаем о чем-то еще, но никакое соглашение не решит наших проблем. Страны нарушают существующие соглашения, так что, что если у нас будет соглашение, все исчезнет? Нет, нам нужно все это внедрить. Это имеет критическое значение. Кроме того, я думаю, что остальные две темы, одна касалась кибербезопасности, кто-то говорил, по-моему, Юджин об этом говорил, или Лата. Да, это имеет огромное значение. Нам это нужно. Мы обучаем разных лиц, которые работают во многих местах в мире. Мы их приглашаем в Вашингтон, обучаем. И также и другие институты проводят тут очень хорошую работу. И Юджин также проводит хорошую работу. Это очень важная тема, чтобы эти люди были всегда в курсе дел. И очередной вопрос касается управления и конфликтами и также предотвращения конфликтов. Инструменты кибер не будут использоваться для офенсивы. Может, конечно, быть такой способ мышления, но такого не будет. Нет возможности, чтобы такое произошло. И нужно подумать, как регионы могут гарантировать, чтобы такой конфликт не имел места.
нужно контролировать конфликты, нужно ввести международные нормы для того, чтобы предотвращать конфликты, и над этим нужно работать. Я не вижу, что это что-то обратное, это дихотомия. Я думаю, что все эти элементы взаимосвязаны. Я постарался несколько тут тем затронуть в столь краткое время. Я думаю, что это, конечно, не очень соответствует роль, чтобы всегда следить за временем, но эти вопросы действительно отлично комментируются. Тут очень интересные, замечательные высказывания, касающиеся централизации, и это нечто, что является очень важным вопросом, но мы притворяемся, что мы его не видим. Неужели нам нужны такого типа решения? Был еще вопрос со стороны Марка Камбеля. Он был ведущим дипломатом в Великобритании. Он ушел на пенсию недавно. Beijing Class создал обсерваторию, которая обеспечивает наращивание ресурсов. Это все интересно. Может быть, нам нужно строить при сотрудничестве с GFC и другими инициативами. Очень хорошая работа была проделана в Сингапуре. Именно в Сингапуре. Это один из очень важных элементов. Дискуссия очень быстро проходит на чате. У нас осталось всего лишь 10 минут. Сейчас мы обратимся к Энрико. Многие вопросы появились в контексте дискуссии. Давайте на протяжении последних 10 минут поговорить об этом. Я не хочу перебрать время. Пожалуйста, твои комментарии. Ты хотел бы отнестись к чему-либо, что мы тут обсуждаем? Спасибо большое. Я постараюсь высказаться очень коротко. Я хочу побольше сказать на тему концепции, которая связана с киберобсерваторией в ООН. Как я сказал, я глубоко верю, что домена киберпространства не может быть изолированной путем уникального национального и регионального контекста, потому что это само по себе может создать отдельную группу вызовов. И мы можем идентифицировать разные приоритеты, разные механизмы для, например, управления кибербезопасностью в рамках национальной юрисдикции. Бороться против киберпреступности – это сложная задача, которая требует многогранного подхода. И нужно это исследовать с помощью научных исследований. Нужно узнать, какой пейзаж киберпреступности. Проекты должны опираться на доказательства осознанным образом. Важно также и то, что тогда, когда мы в состоянии уже собрать все эти доказательства, идентифицировать осведомленные реакции, киберполитика в некотором смысле должна опираться на человека, который опирается в ее центре. Нужно строить большую стойкость, но первым шагом всегда будет наращивание потенциала пользователей интернета, как сказали те, кто говорил до меня. Эта стойкость может восприниматься как функция потенциала способностей, поэтому интернет-стойкость является функции киберпотенциала, кибервозможностей. Как мы сказали, во время пандемии COVID-19 это инфраструктура интернета, это стойкая сеть, она функционирует под давлением, и разные атаки также предпринимались, она существует, действует. Кажется, что интернет работает все лучше, все быстрее, но кажется, что мы должны по-прежнему это строить. Это стойкость как у человека, как иммунитет у человека. И мы говорим о риске для безопасности человека. Конечно, у нас проблемы с теми, кто являются слабыми, особенно в развивающихся странах. Там актуальная технология, которая не исследуется очень тщательно, очень низкие стандарты безопасности. Также нет ресурсов, которые смогут смягчать эти угрозы. Когда поговорим о людях, которые могут быть на первой линии защиты от угроз, мы говорим о самом слабом звене. Нужно это защищать, нужно обучать кибербезопасность, и ее политика должна иметь своей целью обеспечить безопасный доступ и безопасное использование интернета, также опираясь на стойкость, на иммунитет человека. И последний комментарий.
Что касается субъекта, который должен создавать доверие в киберпространстве, думаю, что в настоящем пейзаже напряжения ООН признается группой стран, особенно развивающихся стран, как этот, середина тяжести, середина этой массы. И ООН должен сидеть за столом переговоров. Это важно для безопасности киберпространства. То, что должно измениться, это то, что многогранные механизмы должны увеличивать участие развивающихся стран, которые не до конца имеют потенциал, чтобы участвовать в такого рода дискуссиях, а также в дискуссиях с другими субъектами, негосударственными, например, гражданским обществом или представителями технологических компаний, для того, чтобы можно было создать нормы, принципы, которые смогли бы позволить на более безопасное использование киберпространства. Большое спасибо, Андрей. У тебя поддержка со стороны Кристиана Рой из Центра по вопросам кибербезопасности. Ты сказал о кибербезопасности и человеческом факторе. Мы часто забываем о нем, и это интересная концепция. Швейцария это сильно поддерживает, также из-за гуманитарного контекста. Спасибо, Энрико. Я бы хотел попросить тебя, чтобы ты обязался к чему-то, потому что секретариат записывает точно то, что обещается. И будем надеяться, что следующий ИГФ будет следить за тем, были ли эти обязательства выполнены. Так что твое обязательство. Мое добровольное обязательство сводится к тому, чтобы развивать в дальнейшем потребности в доказательствах и информации для развития. И нужно развивать политику, которая опирается на доказательства. Я надеюсь, что все было законспектировано. И, Крис, к чему ты обязуешься? Я обязуюсь от своего имени и от имени своей организации, что мы будем увеличивать нашу сосредоточенность на Африке, и наши действия будут более эффективными. Мы будем повышать уровень осведомленности в области политики о кибербезопасности. Конференция только планируется, я не могу ее объявить сейчас формально, но сделаю это как можно скорее. Джон, тебе слово. Спасибо большое. Мы обязуемся, что будем работать вместе с нашими членами и другими для того, чтобы гарантировать доступ к цифровым технологиям, опираясь на цифровую экосистему, инфраструктуру, программные приложения, компетенции для того, чтобы работать с авторами политики, для того, чтобы улучшить то, что как работает технология на практике. Мы будем создавать инвестиции для того, чтобы поддерживать инструменты и решения для обеспечения доступа тем сообществам, которые являются уязвимыми. Мы также будем проектировать рамки и доступ к интернету, опираясь на политики, на урегулирование, касающиеся ICT. Мы будем иметь свой вклад в работу над ICT, и мы будем в дальнейшем поддерживать нашу сеть торговых палат. Спасибо большое. Мы каждую строчку будем проверять в следующем году. На следующий. Лата, к чему ты обязуешься? Кроме того, что ты напишешь очень красивый пост на блоге на тему доверия. Ну хорошо, пожалуйста, выскажись. Я как боевик за кибермир, я хочу продолжать свою работу в области повышения доверия. Я хочу более демократичного интернет-порядка и норм, которые обязывают в киберпространстве. Мы должны консолидировать наши национальные, региональные, многогранные усилия для того, чтобы достичь нашей цели, которая сводится к тому, что интернет и киберпространство должны быть как можно более безопасным и стабильным. Спасибо. И Юджин, пожалуйста, скажи, к чему ты обязуешься, что ты можешь обещать до очередного ИГФ? Проводить обучение для кибердипломатов в области кибербезопасности. Думаю, что мы будем это очень забавно делать. У нас разные курсы по обучению, которые касаются киберпространства. Один из этих курсов – это настольная игра, которая напоминает монополь. Это
предприятие, которое подвергается атаке. У нас бюджет, у нас варианты, у нас время, и нужно просуществовать, нужно выжить. Это просто настольная игра, в которой мы играем. И мы организуем также курсы по обучению для дипломатов. Но эта настольная игра действительно замечательная. Спасибо. Лучше всего обучаешься, когда играешь в такие игры. Я уверен, что удастся внедрить такие решения, они очень интересные. Изуми, твои обязательства добровольные, что мы можем ожидать с твоей стороны? Спасибо большое. Я тоже хотела бы сделать свое предложение с нашей перспективы, конечно, в соответствии с положениями генсекретаря для нашей повестки дня и для датской повестки дня. Я также обязуюсь, чтобы продвинуть глобальную культуру кибербезопасности как можно больше. И мы будем продолжать и в дальнейшем развивать, повышать нашу вовлеченность с участием членских стран. Мы будем помогать в построении ответственности, это ключевое слово. Будем придерживаться к принципам и будем сосредотачиваться на внедрении тех норм, о которых мы говорили, принципов, которые связаны с ответственным поведением в связи с использованием информационных технологий. Я также обязуюсь в дальнейшем расти вовлеченность других заинтересованных сторон и представителей технологического сектора. Я хотела бы также сказать о второй части моего обязательства. Этого не появилось в предыдущих высказываниях. Я хочу обязаться, что я буду продвигать равное полное участие женщин во всех процессах по принятию решений в связи с этой огромно важной темой киберпространства. Мы уже сейчас не видим, нам не хватает таких возможностей, нам не хватает этого потенциала со стороны женщин. Это означает, что мы должны предпринимать разные усилия для того, чтобы наращивать такого типа компетенции, чтобы женщины также были вовлечены в этот процесс принятия решений. Спасибо большое, Изуми, за очень хорошую новость, за эти замечательные слова. Благодарю всех участников дискуссии. Спасибо за то, что мы вовремя заканчиваем. Спасибо за вовлеченность. Эти вопросы были замечательные. Я только один вопрос проигнорировал, потому что я работаю в моей организации. Этот вопрос был адресован мне. Но дискуссия была очень хорошей. Мы должны говорить на серьезные темы. Также иногда забавно. У Юджина такая идея, чтобы подготовить настольную игру по вопросам кибербезопасности. Он будет таким образом обучать других людей. Спасибо за организацию, особенно секретариату ИГФ, также ООН и всем тем, кто приложили усилия для того, чтобы организовать эту сессию. И до новых встреч. Надеюсь, уже вскоре в будущем году, когда будем говорить о наших обязательствах. И давайте будем надеяться, что мы будем развлекаться. А сейчас виртуально я с вами выпью бокал вина на здоровье. Будем строить нашу сеть бокалов в более раскованной обстановке в наших отношениях. Желаю вам приятно провести этот вечер и спокойной ночи. Особенно это адресовано Лату, потому что у нее середина ночи. До новых встреч. Спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо всем участникам дискуссии.